Сегодня 8 апреля. Едем делать посъемку для проведения водопровода в поселке. Скоро у нас будет вода, а это прикольно. Основные направления уже мы определили, куда будем прокладывать воду. Сейчас идет согласование всех направлений. Ну что, ждите новых сообщений. Всем пока. Как этот прибор называется? GPS-приемник. Как прибор работает? Через спутник. Показания, да? Да. В плане по высоте съемку делаем.